фазе матча подводит мастерство Хабаровчан. Вот поэтому и нет броска. Держание шайбы сейчас это не самое главное. Берфонс. Балаш. Подправление. Гол! Все-таки получилось. Тарасов. Знаешь, хватило мастерства на то, чтобы забросить вторую шайбу. И довольно долго готовили бросок игроки Хабаровского «Амура». Но вот такой наброс от синей линии, подставление. Сейчас мы на повторе посмотрим, кто это сделал. Но по исполнению все было здорово, разыграно. И вот Коварш набрасывает шайбу, и Тарасов подправляет ее. Исправляется за тот эпизод, когда он толком не смог приложиться по шайбе после паса Акюшова. И мы вспоминаем, что предыдущий матч в Хельсинки завершился буллитной серией.